экстра. Термокофточка. Размер М. У нас как батарейки постоянно. Такая на молнии М-ка. М-ка. С этикеткой М-ка. Вот такие красивые, классные S на девочку, хорошая длина. Элька на резинке. ХБ на резиночке, размер S. Снизу маленькие резинки тоже. Леггинсы на резинке. Эрика написано. Низ зауженный. Футболка синтетика, размер... Это боди. Размер L. 44-46. S-ка на резинке. Не зауженный. М-ка атласная. ХБ на резинке. 2XL. Снизу резинки. Синтетика М-ка. Немного расклешенный, тут резиночка можно сделать прилегающий к ноге. Вот такие леггинсы, этикетка отрезана, примерно S-ка. Леггинсы на резинке XS. Здесь этикетка отрезана, Nike, на резинке, размер M, примерно, тире L. Сеточка внутри, на рост 170-176, XS, S. Снизу молнии. Такая синтетика кофта, размер S. XS, здесь внутри подкладка. M-ка. Маечка Nike, у нее внутри идет подкладка небольшая, и здесь резинка, можно носить без нижнего белья. Элька на резинке штаны, снизу у них тоже резиночки. Thank you.
ДСК внутри подкладка на резинке. Сверху синтетика, внутри прям тепленькие. Подойду к второму белью, например. Вот такие штаны Nike на резинке. Подойдут на высокий рост, размер XL. Такие классные, тут этикетка, размер M. Футболка синтетика. Здесь этикетка отрезана на резинке Adidas, размер примерно L. У этих внутри идет сетка Adidas, размер 2XL. Сверху резинка. Вот такая водолазка синтетика, размер M. Леггинсы, этикетка отрезана примерно МКЛ-ка. Синтетика СК, низ немного распушенный. ХБ на резинке. Размер SM. Снизу тоже резиночки. Такая футболка в сетку. Размер M. Русичка. Кофта с длинными рукавами и с этикеткой. 2XL. Такая синтетика XS, внутри подкладка мягкая. Элька. Кофта на молнии женская. Эска на резинке. Снизу тоже резинки. Пума М-ка, внутри сетка, на резинке. ХБ на резинке, Элька, снизу тоже резинки. Такая кофта синтетика. Размер ML. Adidas синтетика XL на резинке. Два XL на резинке. Снизу прямые. На резинке М-ка. На резинке М-ка. Низ прямой. Леггинсы на резинке S. Кофта Nike внутри сеточка S.
размер М. Снизу молнии. Семьдесят шесть рост на резинке. Снизу резинка. На резинке МК. Такие на резинке. МК низ прямой. Adidas S. Такой интересный низ у них. МК. XS. На резинке LXL. Этикетка отрезана, примерно размер M, сверху резинка. Вот такие на резинке Puma, тут торчит немножко ниточка внутри вот этой развязки, ее можно легко отрезать, и будет все в порядке. SM размер, очень хорошая длина, низ расклешенный, синтетика. Каппа. Размер М. Трикотажная. Adidas на резинке размер М. S на резинке. Трикотажные на резинке. XL внутри. У них есть этикеточка. Низ прямой, плотный, хороший. Вот такие вот. У них есть тонкий сандубон. Внутри сетка, 48 размер. Снизу резинки. Эти тоже с этикеткой, размер М, трикотажные, на резинке. Легнисы на резинке, МК. Внутри сетка. Размер М. Внутри сетка. Эль на резинке. МК. Снизу резинка. Пума на резинке, S, снизу резинки, по бокам лампасы с сеточкой. Синтетика на резинке, M.
48,50 на резинке. Низ тоже на резинках. Здесь вот вставка сверху из искусственной кожи. Это Zara. Размер ML. Здесь вот такой. Вот такие трикотажные. Nike. Размер 2XL. Внутри сеточка. М-ка. Adidas трикотажный, внутри подкладка. Размер XL, 2XL, низ прямой, теплый. Синтетика ML. Adidas на резинке. М-ка. Снизу расклешенные. Трикотажные на резинке 2-3 XL. Синтетика на резинке. Внутри идет подкладка теплая. ML. Хорошая очень длина. Низ прямой, на молниях. И вот такие вот. Их также идет внутри подкладка. Размер M. Спасибо за просмотр. Вся подробная информация.